Авария в традициях Голливуда. Утром в центре Киева не смогли разминуться легковушка и инкассаторский микроавтобус. После столкновения спецфургон перевернулся. Не обошлось и без пострадавших. Одного инкассатора госпитализировали с сильными ушибами. Оба водителя утверждают, ехали на зеленый свет, но позже девушка, которая была за рулем легковой машины, изменила версию. Сказала, что вполне могла ошибиться и поехать на красный.